Одна из причин проблем с дорогами – дефицит профессиональных специалистов-дорожников. Согласно исследованию, проведенному Национальным центром качества дорожных активов в отделах ЖКХ, по всей стране работают около 2000 человек. Из них всего 12% имеют дипломы по специальности. Квалифицированных кадров не хватает, в частности, в Жамбылской области. Особенно острый вопрос стоит в районах. Для решения кадрового вопроса в регионе, как и по всему Казахстану, действует программа «2000 школ». В ее рамках со старшеклассниками регулярно проводят встречи, направленные на их профориентацию. Кроме того, студенты колледжей и вузов проходят стажировки в дорожной отрасли. За это каждому выплачивают по 80 тысяч тенге, но для решения проблемы в целом этого пока недостаточно. После определения заказчика необходимо найти квалифицированного специалиста. Он должен хорошо знать проект, включая нужную ширину и длину дороги. Мы выполняем эту работу. Без профессионального образования работник не знает всех этих нюансов. Как известно, в районах ощущается нехватка специалистов-дорожников. Из-за этого мы не успеваем проверить все дороги на качество строительства.